Неделя началась с хороших новостей. Глава города Ильхам Акбулатов распорядился начинать в Красноярске отопительный сезон. По сути, тепло в дома дадут намного раньше привычного срока. По федеральному закону подключать дома энергетики должны, если средняя температура не поднимается выше 8 градусов в течение 5 суток. Это значит, с сегодняшнего дня начинается заполнение всех систем. Ориентировочно 12 числа с раннего утра тепло должно быть подано в социальные учреждения, детские сады, школы, больницы. Приблизительно в это же время тепло начнет подаваться в жилые дома, и до 19 числа все жилые дома в городе Красноярске должны быть под теплом. Да, сразу тепла ждать не стоит. Чтобы его обеспечить, на ТЭЦ воду из реки очищают и подают в теплосети. Затем заполняют внутридомовые системы отопления. Там доводят ее до нужных параметров и начинается циркуляция на магистральных объектах. И только после этого воду нагревают. При плюсовых температурах на улице до 70 градусов. Холода от 135 и выше. Теперь главное, говорят энергетики, чтобы к отопительному сезону были готовы жилищные компании. Нет, чисты проблемы за воздушение стояков. Это целиком и полностью проблема жилищных организаций. Где-то они не успевают открыть. Мы со своей стороны будем готовы полностью, устраним все наши проблемы. Глава города заявил, что не исключает аварийных ситуаций на теплосетях. Для их устранения собраны бригады, которые будут оперативно выезжать на место.